пришел! Привет, пап! Привет, сынок! Как дела? Хорошо! А где ты был? И что это у тебя? Да вот, ходил в магазин, духи маме купил, ее любимые. А что, разве у мамы завтра день рождения? Да нет, Стивен, завтра же 8 марта, международный женский день. Только про подарки ей пока ничего не говори. Пусть это будет для нее сюрпризом. Ну как же я мог забыть про мамин праздник? Ну вот, мама расстроится, если я ей ничего не подарю. Надо срочно что-то придумать. Так, вроде бы в копилке оставалось еще немного денег. Да уж, совсем немного. А что если... Да, так и сделаю. Вот мама завтра удивится утром. Выглянет в окошко, увидит мою надпись и обрадуется. Привет, Стивен. Что это ты тут делаешь? Привет, Брюс. Да вот, хочу кое-что написать. А с чего ты взял, что здесь можно что-то писать? А что, нельзя? Нет! Это еще почему? Потому что я так сказал! Давай сюда свои мелки, живо! И топай отсюда! Эй! А чего ты сразу толкаешься? Я же не гадости писать хочу! Я маме собираюсь сюрприз сделать на 8 марта! А мне все равно! Я старше тебя, поэтому ты должен и будешь меня слушать! Вон с моей территории! Ладно, Брюс, вредный ус! Посмотрим еще кто кого! Иди, иди! И чтобы я тебя здесь больше не видел! Я все равно просто так не сдамся! Вот дождусь ночи, я обязательно сделаю маме сюрприз! А пока пойду куплю воздушные шарики! Их ведь еще надуть нужно! Вот так! И пусть этот Брюс Толстопуз хоть лопнет от злости! Эх, красота! Так-так-так, хотел меня перехитрить Стивен Кривен, но я хитрее и умнее тебя. Доброе утро, мамочка! Вижу, у тебя сегодня отличное настроение! Да, папа мне сегодня такие ароматные духи подарил, мои любимые. Здорово! Мам, а посмотри-ка в окошечко, как там сегодня погода? Да вроде сегодня теплую погоду обещали. Ой, а что это? Нравится? Это сюрприз для тебя, мамочка. Да уж, спасибо, сыночек, хорош сюрприз. Что? Что же это? Мамочка, я этого не писал. А кто же, по-твоему, это сделал? Это все Брюс, наш сосед. Я вчера вышел во двор, хотел сделать тебе сюрприз. А он меня прогнал, но я все равно его не послушал. Я написал, что люблю тебя и надул воздушные шарики. Ну вот, весь сюрприз испортил. Ну сейчас он у меня получит. Не надо, Стивен. Просто научись не обращать внимания на подобные выходки. Для меня главное не подарок, а внимание. Пойдем лучше чай пить с тортом. Так. Я не поняла. А это что такое? Брюс, а ну-ка живо иди сюда! Да, мамочка, что случилось? Значит, так вот ты любишь свою маму. Я для него готовлю, стираю, но... убираю. Я... А он? Мама, это не я! Это все Стивен! Не смей все сваливать на Стивена! С этого дня ты наказан на месяц! Никаких тебе больше развлечений и сладостей! Ты все понял? А ну-ка, хватит, Надь! И живо в дом! Проклятый Стивен! Мы с тобой еще встретимся!